Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Антон. Сегодня я вам расскажу о таком проекте, как суперкопилка. Расскажу о ее пользе и о трех правилах этого проекта. Это приумножение, зарабатывание денег и сохранение. Сейчас я вам покажу свой личный кабинет, чтобы вы смогли увидеть наглядно, как это все работает. Вот, друзья, это мой кабинет, про который я говорил. Здесь вы можете наблюдать, сколько я вложил. Это плюс $30, сверху это плюс бонусы, я потом расскажу о них позже. Я сюда вложил $20, и с помощью бонусов $30 я уже могу вывести, ну, ожидаются выплаты $67. Здесь вы можете увидеть программы, которые я уже активировал, то есть они уже ожидаются на выплату. Вот все программы тут вот под 4.36 и вот так вниз. Если смотреть, то тут получается 16, а даже 17 недель. Вот. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на графике. Вот, вы можете наблюдать, как это выглядит на графике. Вот эти все программы на 17 недель получается. Вот этот вот каждый столбик, это неделя, которая придет на выплату. Сейчас я вам расскажу о бонусах, которые я говорил. Они располагаются на главной странице, вот здесь вот снизу. Вот эти два бонуса. Первый дается каждому новичку, каждый, кто зарегистрируется, даются 10 тет. Это, если конвертировать в доллары, это $10. И каждому дается $20. Это бонус за первый взнос. Если вы успеваете в течение 21 дня внести $20, вам суперкопилка подарит $20 сверху. У вас получится в общем счете 10 бонусных, которые вы зарегистрировались только, и 20... которые вы получите при внесении $20. У вас получится в общем счете это $50. Вот вы можете видеть, это я уже активировал эти бонусы, вот они там галочки. Вот эти 50 моих долларов, это вот все вместе. И ожидается выплаты $67.93. То есть я вложил $50 и доход сверху составляет $17. Это только начало, друзья, я только начал развивать этот проект. Все у меня впереди, и главное, все впереди у вас. Если вы подключитесь, будем вместе идти к своей цели. Всем до свидания. Все мои ссылки на связь со мной, если вам захочется узнать поподробнее, все мои ссылки в описании. Там все это располагается, там вы меня найдете.